Всем добрейшего времени суток. С вами снова Галяныч. Это анонс игры Gears of War Правосудие. Ну, по-английски это звучит как Judgment. Тьфу, блядь, язык сломаешь. Ну, не факт. Итак, предзаказ у меня давным-давно висит. Ну, как бы 19 вроде бы марта выходит игра. Ну, я надеюсь на то, что наши ребята, у которых я заказываю игры, они в 18-м ее подгонят, поэтому начиная с 18 числа будет видеопрохождение, естественно, с моими комментариями, хотя там комментировать нечего, тем более вот то, что наш хороший знакомый по трем играм Дэймон Берт будет защищать какую-то хрень под названием хрен там бей, блядь. Ну, короче, я не знаю. Вот нет, ну английский язык, он какой-то такой странный, блин. Ну, хочется постоянно пошутить по этому поводу. Но не факт. Дело в том, что разработчики, ну, кстати, от эпиков там мало чего осталось, потому что и поляк американского происхождения или американец польского происхождения, Клифф, мать его, Близинский. В общем, почему он поляк? Да потому что, блин, в английском языке буквы И, сука, нет. Поэтому он Близинский. Где-нибудь из-под, хера знает, из какого-нибудь местечка, короче. Ну, не факт. В общем, он и Фергюсон, они просто свалили с компании Epic Games, и разработкой, ну, большей частью занимается именно компания People Can Fly, да, то есть люди могут летать. Нихуя они не могут, блять, вот я вам раскрою секрет, не могут они летать, блять. Ну, заберитесь на свой верхний этаж и сбросьтесь, блять, крылья у вас хера раскроются, ну, не факт. В общем, это даже не Epic Games, а, видимо, Pippin Can Fly, блядь. Тьфу, блядь, язык сломаешь. Они сказали, что однопользовательская компания будет вообще шикарно. Там, мама, не горюй. Ну вот мы и посмотрим как раз 18-19 числа, насколько все это будет круто. Вот. А теперь о наболевшем. Ой, соседка, 20 или 21 год, и хер с ним, ну, девка, блин. Короче, заразилась этим, как его, музыкой 80-х, блядь. Я знаю, что Ален Делон, сука, говорит по-французски, но, блядь, 35 раз на дню это слушать не могу. Поэтому начинаю копить деньги на охуительную аудиосистему, чтобы стены пробивало, блядь. И я ей просто вот... Вот я мелочный человек, но я тупо эту аудиосистему разверну в ее сторону, бля, и поставлю Шаляпина, бля. Кстати, у меня Шаляпина 10 пластинок. Это классика. Классика жанра. Пусть слушает, тварь такая. А вот, ну, второй наболевший — это реклама. Блин, реклама уже задолбала. Это зомбоящик вообще не включаю. Ну, я его включаю исключительно для того, чтобы... как с компьютера снимается сигнал, идет на зомбоящик через HDMI, и поэтому вот я играю в очень хорошем разрешении, и мне это нравится. Но если я включаю просто какие-то новости, там идет реклама, это просто жопа. А дело в том, что реклама сама по себе, ну, она, конечно, неплоха, но ее надо обрезать. Пример. Когда кашляешь, прими, все, бля, больше нихуя не надо, блядь. Ой. Прошу прощения, хотел свистнуть. В итоге, прими чего-нибудь, блин. И хватит такую хуевую рекламу снимать, блин. Берлинская химия, мать ее. А, вот. Так. О чем это я? И вообще, о чем я вообще говорю? Итак, дорогие мальчики и девочки, 18, ну, максимум 19 марта смотрите на моем канале видеопрохождение однопользовательской... Тьфу, блядь. Одиночной компании игры Gears of War Judgment. Сука. Gears of War Правосудие. Короче, Правосудие шестеренок. Вот. С вами был Гарыныч. Всем счастливо. Пока.